Итак, здравствуйте. Меня зовут Алексей Владимирович Захаров. Я доцент Высшей школы экономики в Москве. И я сегодня прочитаю вам короткую такую лекцию под названием «Социальный капитал и экономическое развитие». Итак, вот смотрите. Посмотрите на вот этот вопрос. Часто социологические опросы задают такой вот вопрос. Если говорить в целом, вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми? И два варианта ответа. Первый. Большинству людей можно доверять. И второй. Нужно быть очень осторожным. Вот я советую на секунду задуматься, да, вот как, представим себе страну, в которой все друг другу доверяют, и страну, в которой никто никому не доверяет. Вот как вы думаете, какая страна будет богаче и какая страна будет более развита экономически? И на самом деле это достаточно легко проверить. Можно просто, поскольку этот вопрос задается в разных социологических опросах, в разных странах, можно просто сопоставить средний процент людей в стране, которые считают, что большинству людей можно доверять, и, ну, например, средний какой-нибудь показатель экономического развития, например, ВВП на душу населения. Давайте посмотрим. Вот такой вот график. Это, значит, по вертикальной шкале это ВВП на душу населения в 2012 году. Ну, я какой-то год взял. Прошу заметить, что здесь логарифмическая шкала. То есть каждый раз, когда мы на 1 сантиметр двигаемся вверх по шкале, то во сколько-то раз увеличивается ВВП. А по горизонтальной шкале это доля людей, которые ответили на большинству людей можно доверять. Ну, мы говорим про опросы, которые проводились где-то там 15, например, лет назад. Единичка, значит, все ответили, что можно доверять. Ноль, значит, все ответили, что надо быть осторожными в отношениях с людьми. И мы видим здесь некоторую положительную зависимость. В странах, где люди более доверчивые, в среднем люди живут лучше. Причем, если мы самые страны с самым высоким доходом и одновременно с самым высоким уровнем доверия, это Скандинавия. И в странах с более низким уровнем доверия есть там определенный разброс, да, то есть есть страны побогаче, есть страны победнее. Среди стран с высоким уровнем доверия все страны богатые. Вот почему это происходит? Ну, смотрите, да, вот доверие – это один из показателей того, что экономисты называют социальным капиталом. Когда люди начали задумываться, ученые начали задумываться о том, почему одни страны богатые, а другие бедные, то первое, что приходит в голову, ну что какие-то страны просто от природы богаче. Есть климат, земля, полезные ископаемые и так далее. Да, вот у какой-то страны есть нефть, у какой-то страны есть более плодородная почва. Например, в России, например, традиционно очень важную роль играл в некоторых регионах пушной промысел. Вот есть леса, и в лесах водятся куницы или соболь, у них драгоценные меха. Можно пострелять и продать на экспорт, все очень хорошо. Вот. Но потом началась промышленная революция, и понятно было, что недостаточно только природных ресурсов для развития, что на самом деле ключевую роль даже в странах, где с бедными природными ресурсами играет физический капитал. Дороги, станки, заводы, железные дороги и так далее. Электрические провода, электростанции. То есть вот что в стране, чтобы стать богатой, нужен человеческий капитал. Но этого тоже недостаточно. Поэтому потом люди начали обращать внимание на то, что в каких-то странах этот физический капитал лучше используется, в каких-то хуже.
и что важен человеческий капитал, то есть насколько люди, сами люди, которые стоят за станками, насколько они образованы, насколько рабочий может, например, разбираться в чертежах, которые им дают. Да? Вот если рабочий умеет читать чертежи, он вытащит деталь без ошибок. Если не умеет, то тогда проблема. Потом оказалось, что и человеческого капитала недостаточно. Есть страны с высоким человеческим капиталом, в которых как-то не очень хорошо все развивается. То есть, возможно, есть законы нужны правильные, да, то есть институты. То есть должно быть какое-то государственное устройство, должны быть в каких-то странах, например, там законы лучше защищают инвестиции, в каких-то хуже. То есть если хуже защищены твои инвестиции, то больше вероятность, что у тебя кто-то отберет твой завод. А если у тебя завод отберут, то тебе не надо в него вкладываться, а если не надо в него вкладываться, то не будет ни станков, ни дорог, ничего. Вот, но потом оказывается, что законов тоже недостаточно, законы можно принять, но есть какие-то вот неуловимые вещи, да, почему в одних странах люди слушаются законов, а в других нет. Вот, и тут мы вот подходим как раз к таким вот очень тонким вещам, почему, как вот, оказывается, что важно еще то, как люди друг с другом взаимодействуют, да, что можно ли это самое, насколько, и в том числе, насколько люди готовы друг другу довериться. Вот смотрите, давайте я сейчас приведу пример. Я немножко отмотаю вперед. Подождите. Если у нас здесь это в презентации. Нет, давайте я на словах вам расскажу. Вот смотрите, представьте себе, у вас есть какая-то сумма на руках. Например, 20, я не знаю, единиц денежных. В разных странах, 100 денежных единиц у вас на руках. В разных странах и по-разному. И вы, у вас есть поверенный. Вы можете какую-то часть из этих 100, какую-то часть из этих 100 денежных единиц передать вашему партнеру по бизнесу. Дальше вы передаете вашему партнеру по бизнесу, например, 50 этих единиц, и у вашего партнера по бизнесу утраивается эта сумма. Было 50, стало 150. И после этого ваш партнер по бизнесу может любую часть суммы передать обратно. То есть у него вдруг на руках или у нее образовалось 150 этих денежных единиц, и этот человек может мне обратно передать, там, например, 50 или 70, не знаю. Вот давайте попробуем посмотреть на эту задачу с точки зрения теории игр. Вот представим себе, что есть два человека, которые встречаются один раз, абсолютно хладнокровные. Как вы думаете, что произойдет в равновесии? Кто сколько кому передаст? И ответ такой, что никто никому ничего передавать не будет. Я свои 100 единиц сразу проем сам. Почему? Потому что я знаю, что если я какую-то любую сумму передам другому человеку, то он ее всю, все, что у него будет, он все себе потратит, а мне ничего не отдаст. Ну, правильно, действительно, мне передали 50 единиц, у меня появилось 150 единиц на руках. Зачем я буду кому-то передавать это обратно? Вот, да, и человек, который дает деньги, зная, что с ними так поступит, он не будет доверять другому человеку ничего. Вот. В результате первый человек получит, проест свои 150 единиц, второй человек не проест, ну, у него окажется ноль. Вот. Однако это неэффективно, смотрите, да, в принципе, в сумме у них может быть 300 на двоих, а не 100. Если я передам ему все 100, а он мне отдаст обратно там, ну, больше, чем я ему передал. Получается, что оба будут в выигрыше. Вот. Но для этого нужно, чтобы, во-первых, первый человек второму мог довериться, и второй, чтобы у второго человека было какое-то представление о порядочности. Да, то есть, если мне доверили деньги, то я не обязан их всех, не должен их всех прикарманивать, а должен как бы оправдать доверие, которое на меня было возложено.
Вот, то есть либо у людей есть доверие, либо нет. Если нет доверия, тогда вот такая вот ценная вроде бы взаимовыгодная транзакция, которая потенциально взаимовыгодна, она не произойдет. Значит, один пример, да. Вот вы знаете, наверное, все про то, что такое дилемма заключенного. Когда вот представь, ну, давайте посмотрим дилемму заключенного на примере вот такой вот простой игры между двумя игроками. Представим себе, что есть какая-то отдаленная деревня. В этой отдаленной деревне два дома. И есть Петр и Фома, это хозяин одного дома и хозяин другого дома. И в деревню пришел медведь ночью, огромный злой здоровый зверь. И каждый хозяин думает, выйти ли, значит, оружия у них нету, у них только эти самые, там, у одного топор, у другого палка с острым концом. Нужно медведя прогнать. Если каждый будет сидеть дома, то каждый получит выигрыш равный единице. Медведь съест все, что растет у них у обоих на огородах. Если один человек выйдет разбираться, а второй останется дома, то тогда медведь съест того, кто вышел с ним разбираться. А второго полностью оставит в покое. И его его хозяйство. Если оба выйдут разбираться с медведем, то они медведя прогонят, он их испугается. Ну, может быть, немножко один из них пострадает. То есть представим себе, что выигрыш каждого человека равен... Ну, вот мы в каких-то единицах выигрыш выразили. Допустим, они вот так вот это оценивают. Ваш прогноз, что произойдет? Вот смотрите, есть первый... И здесь в каждой клеточке первое число – это то, сколько... какой выигрыш будет у Петра, второе это какой выигрыш будет, соответственно, у Фомы. И мы видим, что у нас, если Фома сидит дома, то что надо делать Петру? Сидеть дома, потому что один это больше, чем ноль. Если Фома выходит разбираться, то Петру тоже выгодно сидеть дома, потому что 4 это больше, чем 3. То есть тут происходит то, что называется доминирование. Доминирующая стратегия у Петра – это сидеть дома. Что бы ни делал другой человек, выгодно какое-то одно действие. Поскольку игра симметричная, то в равновесии по Нэшу оба игрока будут сидеть дома, и в результате медведь съест все, что у них растет на огородах. Вот, такой неблагоприятный прогноз. Хотя, вроде бы, если бы они координировали свои действия, как-то если бы они одновременно решали, то тогда каждый получил бы выигрыш равный 3. Так что это плохо. Представим себе, что каждый из этих двух человек получил в детстве некоторое воспитание. У человека есть ценности. Человек чувствует, что если он останется дома и бросит товарища в беде, то он понесет издержки, равные 2. Моральные издержки. Мне будет стыдно, я буду переживать, и мне это будет неприятно. Бывает такое с людьми? Бывает. Вы что-то сделали плохое, вам учили в детстве, это... Так делать не надо, вы сделали, и вы переживаете. По этому поводу это некоторые издержки. И представим себе, что эти издержки – это 2 единицы полезности. То есть, если мой товарищ выйдет разбираться, а я сижу дома, то я получаю уже теперь вместо 4, получаю 2. Ну вот, и оказывается, что у нас игра кардинальным образом меняется. У нас появляется второе устойчивое состояние, когда оба человека выходят разбираться. Вот смотрите, да, вот здесь вот представим себе, что я знаю, что второй человек пойдет разбираться. Если я отклоняюсь, я вместо 3 получаю 2. Это для меня невыгодно.
То есть здесь в этой игре появляются два равновесия по Нэшу. То есть что мы видим? Мы видим то, что некоторые так называемые социальные нормы о том, что ну, людям, люди должны себя вести порядочно и должны друг с другом взаимодействовать, а тот, кто не будет этого делать, будет какие-то испытывать... Ну, либо он будет испытывать, либо будет общественное порицание, он потом придет, значит, а в него будет пальцем тыкать и говорить, что вот, такой негодяй, он не вышел товарищу помогать, он ничего не стоит. Либо он сам, либо ему самому будет стыдно. Вот если, если такие вещи есть, то тогда может, люди могут, эти вещи могут заставлять людей... вести себя иначе и, возможно, как-то приводить к лучшим экономическим исходам. Вот. Сейчас, одну минуту. Секунду. Значит... Что еще? На какие вещи еще может влиять то, насколько люди доверяют друг другу? Вот смотрите, я эту лекцию или похожую лекцию читал разным людям, которые занимаются бизнесом, предпринимателем. То есть человек, который, в общем-то, рискует своими деньгами и который по жизни он должен постоянно взаимодействовать с людьми. С людьми. И вот все люди в один голос говорили, если ты не умеешь людям доверять, ты не можешь быть бизнесменом. Это невозможно. То есть для того, чтобы открыть свое дело, нужно не бояться того, что другой человек может тебя предать. Если ты панически боишься того, что другой человек тебя предает, то тебе сложнее других людей привлекать на свою сторону, ну и, может быть, как-то заставлять работать на тебя. Вот если ты не доверяешь, да, то если ты не доверяешь банкам, не доверяешь, то ты будешь хранить дома деньги под подушкой вместо того, чтобы хранить их в банке. Если у вас есть сбережения, вы принесли их в банк, банк что делает с вашими сбережениями? Он, значит, их пускает в оборот. Например, он дает ссуду кому-то, да, либо на какой-то бизнес, да, вот хочет человек открыть свое дело, ему нужно купить там, арендовать офис, купить компьютеры, я не знаю, что допустим, что-то нужно для работы, он должен взять денег в долг, он идет к банку. Банк для этого использует деньги, которые туда люди положили, вкладчики. Вот. А если нет вкладчиков, то будет более дорогой процент по судам для значит, тех людей, которые в банке пытаются взять в долг. И, соответственно, тоже это будет плохо складываться на экономическом развитии. Вот. А если ты не доверяешь никому и ничему, и все деньги хранишь у себя под подушкой, то в таком случае ты... Значит, это для экономики плохо. Если ты просто боишься деньги отнести в банк. Вот. Значит, теперь то, насколько люди готовы друг другу доверять, влияет на организационную структуру крупных фирм. На то, насколько крупной может быть компания. На самом деле иногда есть положительная отдача от масштаба. То есть если компания очень большая, то она может быть более экономичной, чем несколько маленьких компаний в сумме такого же размера. Ну, потому что больше специализация, например. Да? То есть если... Там, вместо того, чтобы там был один специалист, который умеет делать... вот есть маленькая компания, в ней один специалист, который умеет делать там 5 разных вещей. Да? Каждую вещь он умеет делать как-то... Ну, хорошо, но не отлично.
А есть крупная компания, в которой 5 профильных специалистов, каждый из них абсолютный профессионал в своем деле, но в другие дела он не лезет. Вот, и такая крупная компания, она может как бы иногда быть более эффективной, чем мелкие компании. Но для того, чтобы компания смогла быть крупной, нужно, чтобы руководитель компании мог... Один человек не может руководить 1000 людьми, да? Если у вас в подчинении 5 человек, вы более-менее понимаете, да, как и что, да, вы лучше можете контролировать работу каждого. Если у вас в подчинении 50 человек, то в таком случае вы практически, ваша роль вообще как-то очень сводится к нулю. Поэтому допустим, есть компания, да, в которой 50 работников и один руководитель. Если руководитель никому не доверяет, то все работники непосредственно подчиняются ему. Если руководитель умеет доверять людям, то тогда он назначает там нескольких заместителей, которые и общаются уже с работниками через заместителей. Вот, поэтому, например, в странах с более высоким уровнем доверия, то есть в странах, в которых больше процент людей отвечают, что людям можно доверять, в этих странах частные организации достигают большего размера, чем в странах, в которых люди друг другу не доверяют. Вот. Социальный капитал и доверие может влиять на эффективность производства. Например, есть, когда производится автомобиль, то одно время там было две там конкурирующих технологий. Либо конвейер, когда машина едет по конвейеру, и каждый рабочий прикручивает к ней, там кто-то дверь прикрутил, кто-то там гаечку закрутил и так далее. Либо есть альтернативная модель производства, когда там машина переехала как бы в другой цех, и там целая команда людей одновременно работает, делает какое-то большое количество операций сразу. И вот второй способ производства, он возможен только если люди как бы будут уверены, что никто из рабочих никого больше не обманет. Значит... Вот еще один слайд. Это уровень доверия и смертность на автодорогах. По вертикали указана смертность на 100 тысяч автомобилей. Это данные, по-моему, 2010 года. А по горизонтали уровень доверия вот из этого, про который я уже говорил. И видно, что довольно сильная зависимость. В странах с более высоким социальным капиталом люди меньше гибнут на дорогах. Но здесь, наверное, есть несколько причин. Что, во-первых, эти страны более богатые, то есть там в среднем более качественные автомобили, люди более качественно делаются дороги и более безопасно. Но, с другой стороны, также верно и то, что люди в разных странах по-разному водят машину. Например, когда я был молодой, то я очень любил обгонять и подрезать, когда я ехал за рулем, я казалось, что я вот так вот такой вот мачо и всех это самое доминирую на дороге. Но потом я поумнел, перестал это делать. Сейчас я вожу очень консервативно. И абсолютно не переживая на это. Я, кстати, сейчас замечаю, что вот в некоторых... И видно, что вот когда попадаешь в город, там сразу видно, насколько люди законопослушные, насколько люди качественно, значит, водят машину. Да? И от этого очень сильно, на самом деле, зависит аварийность. И, наконец, в-третьих, чтобы поговорить про третье, нужно вспомнить про то, что существует такая вещь, как гражданское общество, то есть... Сейчас я отмотаю сюда. Значит... Ну вот, например,
Например, в-третьих, может быть, в странах с более высоким уровнем доверия люди более способны кооперироваться для того, чтобы заставлять государство более эффективно поддерживать безопасность на дорогах. То есть всякие вот добровольные объединения граждан для решения разных проблем. Экологические группы, там, спортивные, некоммерческие организации и так далее. Это тоже эти вещи на самом деле облегчают жизнь, и для того, чтобы они могли работать, тоже необходимо, чтобы люди как-то вот, ну, которые на добровольной основе туда входят, чтобы они могли друг другу, чтобы они могли друг с другом взаимодействовать, не боясь, что кто-то кого-то может потом обмануть. Теперь вопрос, откуда, почему в одних странах уровень социального капитала низкий, а в других высокий? Если мы... Ну, нет, давайте еще вернемся. Нет, давайте мы сразу зададимся этим вопросом. Почему в одних странах социальный капитал низкий, а в других высокий? Вот, например, мы смотрим снова на этот график, мы видим, что есть страны, в которых процент людей, которые говорят, что людям можно доверять, низкий, есть страны, где этот процент высокий. Как мы вас не слышим? О, Господи. Так, отлично. Вы меня очень сильно напугали. Вот, так, значит, все, что я говорил, вы прослушали, получается, или нет? Скажите на... То есть все окей, все с начала лекции все меня слышали. Все, отлично, да, а то я испугался. Итак, почему в одних странах социальный капитал более развитый, а в других нет? Вот смотрите, есть такая замечательная страна, как Италия. И на самом деле я читаю иногда научную фантастику, и вот есть там такая точка зрения, что Землю создали инопланетяне, чтобы подставить глобальный эксперимент, как себя люди ведут. Ну или как там будут разные виды взаимодействовать на одной планете. И на самом деле, если посмотреть на Италию, то иногда в голову приходит мысль о том, что действительно эту страну придумали инопланетяне для того, чтобы... посмотреть, как история, как там, какие-то вещи, которые формируются исторически и давно влияют на поведение людей сегодня. Вот смотрите, здесь вот этот слайд, это некоторые, каждое значит, подразделение на карте – это провинция страны. И там, где более темные, значит, темно закрашенные, это более высокий уровень участия граждан в общественной жизни. То есть некоторые активно, насколько люди часто читают газету, насколько они активно голосуют на выборах, насколько... Значит, часто люди состоят в различных любительских спортивных клубах. Вот, у меня вопрос был. Есть ли обратная зависимость? Рост уровня жизни поднимает уровень доверия. Смотрите, я к этому вернусь, безусловно. А про это я буду говорить. Значит, сначала, вот после того, как я расскажу про этот пример. Итак, это с одной стороны. А с другой стороны, вот так вот выглядит некоторый индекс, который показывает, насколько хорошо работает государство. То есть
число детских садов, например, в среднем в районе. Насколько эффективно чиновники быстро отвечают на запросы граждан? Насколько часто меняется региональное правительство? И оказывается, что эти вещи очень взаимосвязаны, что эти две карты очень похожи друг на друга. То есть есть север, есть там скорее либо государство будет работать хорошо, и при этом граждане будут активны, либо ни того, ни другого не будет. Почему на севере Италии одна ситуация, на юге Италии другая? Этому есть исторические причины. На севере Италии в течение... Вот был период в Средневековье, когда на севере Италии, север Италии был разделен на небольшое количество маленьких республик. И эти республики, в этих республиках была некоторое подобие самоуправления. Были городские советы, которые как-то избирались, которые в этих городских советах избирали, значит, руководителей республики. Понятно, что это не была современная демократия, потому что все было безумно продажно и контролировалось это все небольшим там, числом элитных семей, но, тем не менее, какая-то такая форма политического самоуправления у них была. А юг Италии был, начиная с раннего Средневековья, начиная с XI века, юг Италии находился под властью таких централизованных государств, в которых полностью было исключено самоуправление в городах, то есть города управлялись наместниками, которых назначал король. И, в общем-то, как бы роль людей в управлении, в государственном управлении была существенно ниже, чем на юге, чем на севере Италии. Вот. И можно даже, ну, понятно, что в экономике как корреляция не значит причинно-следственная связь. Мы знаем, что это очень важно понимать. Ну да, ну есть такое разделение, но почему обязательно именно оно привело к тому, что у нас есть взаимосвязь между социальным капиталом и государственным развитием? И поэтому экономисты, чтобы там качественно отвечать на эти вопросы, нужно как-то очень взвешенно подходить к анализу. Например, можно посмотреть, да, в каких городах. Можно посмотреть на уровне городов, в каких городах у нас было самоуправление, а в каких нет. И действительно оказывается, что в городах, в которых было самоуправление когда-то давно, в этих городах сейчас более высокий уровень гражданского участия. Например, люди чаще сдают кровь, ну, добровольцы, да, что если вы, чтобы, допустим, вы вот сдаете кровь, это некоторый акт альтруизма. Да? Если вы полностью только свои интересы преследуете, и если вам абсолютно наплевать на то, что там как другие люди живут, и если у вас только своя, как бы, дальше своего носа вы не видите, вы кровь сдавать не будете. Зачем это вам? Теперь, значит, Откуда еще берется, значит, вот был вопрос, есть ли обратная зависимость, рост уровня жизни поднимает уровень доверия? Ответ, скорее всего, есть. То есть это, да, еще второй раз, повторяется ли подобная ситуация с участием граждан в жизни страны вне Италии? Ну, смотрите, почему именно Италию я привел в качестве примера? Потому что мы говорим про одну страну с очень похожей культурой, с одинаковыми законами и с одинаковым языком. И внутри этой страны оказывается, что люди ведут себя очень по-разному, и то, как они себя ведут, может, так сказать, зависеть от того, насколько от того, какие были традиции в том месте, где человек живет. И, безусловно, подобная ситуация тоже повторяется, просто Италия – это очень красивый наглядный пример, поэтому я его привел. Значит, по поводу уровня жизни и уровня доверия. Ответ – да.
Скорее всего, это так. Если человек, по всей видимости, многое зависит от того, в каких условиях человек вырос, и в каких условиях у человека прошло детство, юность и, значит, ну, ранний период взрослой жизни. Если человек постоянно жил, в состоянии, где все его могут обмануть, в состоянии, где количество ресурсов ограничено, в состоянии, где родители его думают, где бы что урвать и как бы кто ни кинул, то, конечно же, у вас будет совершенно другое восприятие жизни. В таком состоянии вы, с одной стороны, будете более... Вы, с одной стороны, будете более чутко реагировать на то, что другие люди о вас подумают. Вот как бы чего ни вышло, да? Вот у вас игрушек мало, игрушки всегда надо делить со старшим братом. Старший брат здорово, может дать вам по шее. Вы должны постоянно пытаться спрогнозировать, да, и угодить человеку. Если у вас, иначе у вас не будет игрушек, и, может быть, какие-то еще будут более серьезные последствия. Вот, если у вас в семье игрушек много, то, ну, такой проблемы нету, и вы как бы сам себе хозяин. Вот, и если человек воспитан в такой вот атмосфере, когда он сам себе хозяин, то такой человек не будет бояться, что его кто-то предаст. Ну, предаст, ладно, все, я не буду больше с этим человеком иметь дело. Вот, если вы воспитаны в культуре, когда у вас низкий социальный статус, то вы постоянно будете бояться предательства, и это может привести к снизить доверие. Да, поэтому, я думаю, что уровень жизни со временем поднимает, делает людей более спокойными, раскованными и не боящимися другим людям доверять. Отсутствие доверия коррелирует с тем, что психологи называют выученная беспомощность. Слышали про такое словосочетание? Да, то есть в обществах, в которых низкий уровень доверия, люди чаще чувствуют себя неспособными повлиять на происходящее. Был знаменитый и неспособными, как-то не понимающими то, что их действия могут иметь какие-то реальные, в том числе и положительные последствия. Вот такой вот был знаменитый эксперимент с собаками. Эксперимент, который провел американский психолог. Так, сейчас, есть ли какое-то решение для государства, у которых низкий уровень доверия вызывает... Я к этому перейду. Американский психолог Мартин Селигман поставил такой эксперимент. Вот он берется с собакой и кладется в клетку. И иногда клетке подается электрический ток. И клетки бывают двух типов. Первый тип клетки, в клетке есть рычажок такой. Вот вы нажали на рычажок, собака нажала на рычажок, ток выключился. А во втором типе клетки рычажка нет. Собака ничего не может сделать с электричеством. Она беспомощна. И такое продолжается там полдня, например. И собаки, у которых рычажок был, они очень быстро привыкли к тому, что можно лапой на этот рычажок нажать и электричество выключить. Вот, хорошо. После этого собак пересаживают в такую клеточку побольше, в которой есть перегородка посередине. И электричество подается к одной из половинок клетки, а именно к той, куда изначально кладут собаку. И дальше злодей-экспериментатор смотрит, что будут делать собаки. И когда клали собаку, которая была в клетке, где был рычаг, что эта собака делала? Как только ее начинали бить током, она перескакивала через перегородку и благополучно избегала электричества. Вот. А собаки, которые привыкли к тому, что от электричества нельзя, так сказать, и полностью убежать, они только лежали и тихо скулили. Они не догадывались, что их усилия и их действия могут иметь какие-то положительные последствия. Вот. С людьми то же самое в жизни, но в отличие от...
в отличие от собаки, человек еще будет бить себя пяткой в грудь и говорить, да нет, да ты ничего не сделаешь, это невозможно, да как там, ну, но примерно, в принципе, это то же самое, да, вот, и оказывается, что эта вещь тоже, то, насколько люди верят в то, что их действия могут или не могут на что-то повлиять, это тоже очень сильно зависит, сильно связано с готовностью людей доверять друг другу. Значит, такой вопрос, есть ли какое-то решение для государств, у которых низкий уровень доверия? Так, София, вы можете, я не очень понял ваш вопрос. Можете переформулировать, есть ли какое-то решение для государств, у которых низкий уровень доверия вызывает низкий... То есть могут ли государства своей политикой повлиять на уровень доверия? Правильно или нет, я вас понял? Напишите «да», если я правильно вас понял. Отлично. Смотрите, ну, во-первых, государство своей политикой может разрушить доверие. Например, в Советском Союзе было, там, 85 лет назад был период очень жестоких репрессий. И в первую очередь репрессировали наиболее уважаемых и как бы людей, да, которые... наиболее зажиточных крестьян, наиболее тех, кто, например, вот если мы говорим про Россию, да, про среднюю полосу, это те люди, которые, например, были, принимали участие в местном самоуправлении когда-то, это там священники, то есть те люди, которые были как бы тем, кому доверяли, и этих людей в первую очередь репрессировали. То есть да, государство может, во-первых, сделать все гораздо хуже, если захочет. Во-вторых, наверное, есть некоторые аспекты государственной политики, которые могут повлиять и положительно. И в связи с этим я сейчас перейду к следующему слайду. Возможно, одно из таких вещей – это образовательная политика. Вот это слайды из фильма «Pink Floyd. Стена». Там в этом фильме обыгрывается это такое вот... ранний прообраз музыкального видео, там обыгрывается такая вот школа, где все очень плохо устроено, и такая злая вертикальная организация, которая людей которая не способствует тому, чтобы люди друг другу доверяли. Да? Но в образовании, например, даже в школьном образовании можно выделить там две группы, разные виды активностей. Да? То есть бывает так, что просто там, в школе люди переписывают то, что им говорят, значит, там учитель говорит, значит, ученики записывают. Вот, бывает так, что вот чаще там, бывает так, что вот работа в группах, да, есть какое-то задание, вот там разбились по четверо и давайте там сами решайте. Вот, и оказывается, что вот второй вид активности, так называемые горизонтальные образовательные активности, когда школьники друг с другом взаимодействуют для решения общих задач, это воспитывает социальный капитал, воспитывает доверие, значит, в том числе доверие к государству и в том числе более частое участие в общественной жизни. Вот. То есть, и можно даже, ну, потому что есть, как бы, можно даже в тех странах, где преобладают вертикальные практики, в этих странах уровень доверия ниже в среднем. Значит, другая вещь, которая может, наверное, разрушать доверие, это телевизор. В Соединенных Штатах за последние, там, 60 лет уровень социального капитала существенным образом снизился. И одна из основных причин, это, по всей видимости, то, что люди меньше стали времени проводить вместе и больше времени стали проводить, сидя у экрана телевизора. И это беда. Я не знаю, как интернет. Да? Интернет – это нечто среднее между живым общением и телевизором. С одной стороны, вы с людьми общаетесь, с другой стороны, вы общаетесь как-то, но это не стопроцентное. Это не стопроцентная, как бы, не стопроцентная замена живому общению. По крайней мере, я так считаю. Может быть, я просто уже человек не молодой. Значит, что еще? Какие еще вещи
Тут много о чем можно говорить. С чем еще может быть связано доверие? Во-первых, доверие очень плохо реагирует на экономическое неравенство. В странах, где доходы людей сильнее друг от друга отличаются, в этих странах уровень доверия ниже. В странах, где много... В странах, где много разных национальностей, в этих странах в среднем уровень доверия ниже, потому что люди, ну, как-то вот есть, часто такое бывает, свои, чужие, и это плохо влияет на социальный капитал. В странах, где как бы одна, моноэтничных, в этих странах все немножко лучше обстоит в среднем. Значит, важно еще, наверное, если мы говорим про Европу, роль религиозной конфессии. Существуют разные течения христианства. Католицизм, православие и протестантизм. И католицизм и православие – это... В католической церкви устроена абсолютно как такая вот вертикально интегрированная организация. Есть Папа Римский, который на самом верху, у него есть там кардиналы подчиненные, под кардиналами епископы, и епископам подчиняются обычные священники. Такая вот вертикальная структура. И прихожане в католической церкви, и тем более в православной церкви, они принимают меньше участия в управлении церковным приходом. То есть вот решение вопросов. А в протестантизме там есть религиозный догмат, который называется «священство всех верующих». Что протестантский священник, он с точки зрения как бы их вот протестантской веры, он не слишком сильно отличается от обычного прихожанина. Ну, просто как бы это первый среди равных, он лучше там, больше знает, и поэтому ему дозволяется вести службу. В православии и католичестве священник – это отдельная сущность такая. То есть он специально проходит обряд, он считается, что он как бы вот... Он имеет церковный сан, это более такая вот... Как бы и обычный верующий не может справлять свои, не может как бы справлять свои религиозные нужды без контакта со священником. И это в отличие от протестантизма. Да? И вот оказывается, что в странах, где большая доля протестантов, там уровень доверия выше, ну, отчасти потому, что люди вынуждены больше друг с другом взаимодействовать. Так, значит, наверное, я сейчас остановлюсь. Это доклад большой, он как гармошка, которую можно складывать и раскладывать. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, то можете их сейчас начать мне задавать. Так, ну, я вижу, что как бы особо вопросов нету. Вот, поэтому я, наверное, сейчас остановлюсь. Вот, все, тогда большое всем спасибо. Вот, и до свидания.